Внимание. Внимание. Начали. О, Гликерия, где такое взяли? А, мы отрезали кусок пластика. Вот нет. Наконец бабой живут, так туда весело. Тут ты посмотри, что делается. А что, это магазин какой-то или что? Вот из магазина такое принес из своего. А так, Володя принес? Угу. Еще дальше будете делать? Ну вот не знаю, ты посмотри. Так, обожди, я только один вопрос спрошу. Все, оно запечатано. Ничего нет. Ну, чтобы... Что тут? Чтобы это самое... Ну ладно, а что это, бумагу где белая набрала сколько? Почему не газета, а белую бумагу? У нас же нет ее. Ну, это зачем? Это на той стороне грязная она. На той стороне грязная. А на этой нет, пожалуйста. И вот ты представляешь, вот что теперь? Ну, еще ты меня-то звали, зачем? А вот чтобы ты посмотрел, что такое богатство какое, а? И что делать? Делиться нет с вами. Ну, я не знаю, как будете. Ну, посмотри, все чистенько, чистенько, свеженькое. Стиральный порошок? Что ты, зачем? Это каша. Молочная лака. Каша. Что? Каша. Ну, каша. Покажи. Многозерновая. Ну-ка, подожди, я посмотрю. Ну, держи прямо. Что-то кашка лакомая какая-то. Ну? Хэнс. Так и не понял, какая кашка. Я-то не понял, зачем я-то? Вот это. О. С миньончиками. Я думал, что случилось, прямо пугался. Ты когда это уголь вытащишь отсюда, слушай, там прикрывай, иначе у тебя все идет туда наружу. Поддувало плотно закрывать. Ты что, малопонька? Ну ты же могла ее откинуть в кастрюлю, а еще да поставишь... Не только в кастрюлю. А смотри, как толкнула-то. А ты зачем сюда полезла? Ты мне на ногу наступил, мне прям так больно. Ну вот теперь и все. Ну посмотри. Смотри. Все целенькие, хорошие. Ну я понял, ну а я-то зачем тут нужен? Ну так ты посмотри, что может быть тебе. Ну я посмотрел, мне то сейчас это хоть что-то давай, я ничего не возьму. Мне это не надо. Это все детское, ты посмотри-ка. Это соки всевозможные. Ты не возьму, не думай давать что-то ей пить или есть. Я говорю, ничего из этого, что принес, не давай пить и есть. Это не виноград. И представь себе, сейчас начнет она есть неизвестно что, и что с ней будет. И с тебя чего будут спрашивать? Так я что, пусть они сами забирают и кормят. Ну, дело ваше, я все сказал. Пошел туда. Все? Ты посмотри, какие игрушки она там взяла. Иди, клетки какие. Да я не обувши не хочу. Прям ничего. Ты нет, магазин? Я не хочу. Только... Какой магазинчик она сделала? Ты посмотри сюда. Я обувши хочу. Ничего, по этим коврикам можно. О, вон что. О, ты там... посмотри, что. Это все он из своего магазина принес. Из какого магазина? Из своего. Я не понял. Из своего, конечно. Это где бывает берет-то? Ну, конечно. А почему они эти игрушки отправили? А кто знает. Все в пакетах было чистенько. И вот он принес все игрушки эти. Ну, это... почему этот магазин, такое крупное предприятие, организация решили выбрасывать, он пришел, ему отдали. Как это так? Почему? Я откуда знаю? У него надо спросить. А что, часы у тебя неправильно идут? Правильно. А? Правильно, точно. А сколько четко? Сейчас? Полшестого. Полчетвертого? Полшестого. А у тебя? Так полшестого. Это минутная стрелка. Ну, это правильно. Ну, еще теперь. Видишь, как она играет в клетке? А я там навожу порядок. Где там? У меня ревизия. О-о-о. Тоже, что отдать, что себе оставить. Ну, это хорошо. Что отдать, а что где оставить. Кошки? Спят на третьем этаже. Что они здесь делают, так вообще ужас какой-то. Да как он принес так много за раз-то? Так нет, за два раза он уже принес. Ну еще у нее тебе будет. Вон, видишь, какие игрушки вообще кругом. Она вот в клетку играет. Она тебе объяснит, что где. Ну вот это еще такое, вот в руке у нее. Что это за шарага такая? Понятия не имею. Ой-ой-ой, да, подожди, да боязно такая. Ой-ой. А что это такое? Какой-то Шрек, наверное. Мы все святой водой облили. Все ее игрушки, все вещи, все облили святой водой. Ну все, я посмотрел, ладно. Ладно, благодарю. Действительно, магазин настоящий у вас тут. Да. Ну, Гликерия. Только я не знаю, я
это для чего? А что это такое? Картинка с миньонами. Ну ладно. Ну, баба. Она не хочет никак. Говорит, Володя пришел забирать ее. Она говорит, я никуда не пойду от бабы Нади. Ну, конечно. Я буду всю жизнь с ней жить, а потом учиться в деревне буду. Да бом, всю жизнь. Бабе-то, может, и жить-то осталось до утра. Я говорю, так жить-то мне неизвестно, сколько осталось. Мячик, бабы, гончик! Ну так ты покажи так мячик, что ты так-то? Вот какой у меня мячик. Ну-ка, дай-ка. О, да он какой рубчатый. Ну. Как колючки. Гляди-ка ты, что есть. Угу. Это... Ой-ой-ой. Ну-ка, поймаешь? Нет, я брошу тебе. Ну туда, отойди подальше. Отойди. Ну-ка, давай, держи. Опа. Ух. Чего ж ты так? У тебя рука занята была. А еще вот что. Ну, они с бабой Надей а живут. Гармошку покажи. Вот. Тоже. Да ты учишься играть. Святой водой тоже обмыли. А и это вот что? Таким. А это вот оборачивать. Вот сюда вот. А что оборачивать? Вещи, продукты, вот они. Продукты? Продукты, да вещи. Какие же у вас дома продукты-то, кроме картошки? Две, главное, малые и старые, вот такие они. Ну, я пошел, ладно? Ну, с Богом, спасибо, что пришел. Ну, они с бабой тут веселятся где-то. Ну, так они видятся. Она говорит, я буду в деревне учиться. Вам надо машину отдельную под игрушки. Вот, опять, ага. Ну ладно. Подъехали на машине.